Акция «Сбавь скорость» при участии студентов Московии проводится впервые. Вначале учащихся колледжа собрали в актовом зале, где ребят познакомили с планом и целями проводимого мероприятия. Нам нужно поднять отношение к участникам дорожного движения на такой уровень, чтобы мы друг друга научились уважать. К участию в акции студенты подошли творчески. Подготовили своими руками яркие агитационные плакаты, которые, говорят ребята, призовут водителей соблюдать допустимый скоростной режим. В первую очередь возле учебных заведений. Я считаю, что эти акции очень важны, потому что водители не всегда смотрят на дорогу. Очень многие водители отвлекаются, и в связи с этим происходят аварии. Я считаю эту проблему актуальной, и когда нам предложили в колледже участвовать в этой акции, я согласилась. Студент колледжа Московия Сергей Санков посещает занятия в автошколе и в скором времени тоже вступит в ряды водителей. Права на вождение автомобиля он получит через год, а пока вместе со своими однокурсниками Сергей напоминает водителям о том, что правила дорожного движения нужно и важно соблюдать. Ну, во-первых, это может привести даже к гибели человека, надо соблюдать, можно также и кого-то покалечить, это очень важно. Мы хотим вам подарить памятку, наклейку, возьмите, пожалуйста. Всего вам доброго, доброго пути. Спасибо. На дороге водитель отвечает не только за свою жизнь и жизнь своих пассажиров, но и всех участников движения. Уважаемый водитель, госавтоинспекция обращается в первую очередь к вам. Будьте внимательны на пешеходном переходе. Обращайте внимание на то, как находятся дети рядом с проезжей частью. Сбавляйте скорость вплоть до полной остановки, если видите, что находится рядом пешеход. Акцию водители поддерживают. Алексей Спиридонов не только сам соблюдает разрешенный скоростной режим, но и надеется, что его примеру будут следовать остальные автовладельцы. Важно, потому что здесь колледж, здесь дети ходят. Обязательно надо соблюдать. А вы соблюдаете? Я всегда соблюдаю. У меня нету даже штрафов. Каждый из водителей получил в подарок и разместил на заднем стекле машины наклейку со знаком 60. А ребята сделали селфи с хэштегом «Сохрани жизнь», чтобы рассказать пользователям интернета о своей акции. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.